Какие все-таки яркие образы живут в народных поговорках. Мы любим всем сердцем, а от радости сердце может рваться из груди. Наше духовное сердце аккумулирует в себе все чувства, эмоции, и то, чем наполнено оно, то мы и несем в этот мир. Искренний, открытый, безыскусный, так говорят о человеке с чистым сердцем, а такое сердце – это великий труд и великий дар. Ведь человек с чистым сердцем способен узреть Бога. Здравствуйте, с вами программа «Вторая половина». Святый Боже, святый крепкий, бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне, и веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, во веку прости беззаконие наше. Отныне и пред царствием Твоим. Село Фролы в нескольких километрах от Перми. Совсем недавно здесь вырос уютный красавец-храм во имя святого Дмитрия Донского. В молодом храме молодая священническая семья. Иерей Андрей Лоскутов совсем недавно прошел священнический сорокауст в Свято-Троицком кафедральном соборе Перми. Его жена Дарья с волнением и радостью начала свое служение как матушка и как его первая помощница. И такой трепет на душе, ты понимаешь, что теперь муж больше тебе не принадлежит. Теперь он с Богом. Теперь наш путь другой. Матушка Дарья из многодетной священнической семьи. Ее отец иерей Андрей Воробьев, настоятель храма во имя святого преподобного Сергия Радонежского в поселке Октябрьский Пермского края. А мама, матушка Любовь, его второе крыло. Они служат Господу и людям 15 лет, Даше 23. И она помнит то время, когда родители были еще в миру и занимались бизнесом. Семья у нас была, ну, также дружная была семья, но не хватало вот того тепла, наверное, не хватало родительского внимания, потому что они постоянно были на работе, постоянно у них были какие-то свои дела, загруженность, то есть они уезжали за товаром, оставляли нас дома с бабушкой, мы их не видели дома. Радостью для маленькой Даши были воскресные дни. Вся семья собиралась и ехала на службу за 120 километров. Я когда была маленькая, я помню, пришла в храм, вот так смотрю на потолок, а там ангелы летают. И я все это видела, маленькая. А потом уже, когда выросла, мне было, наверное, лет 17, и мы снова пришли в этот храм. Я поднимаю глаза наверх и вижу на потолке черный крест. А я была маленькая, я помню, что я это видела. Почему именно в этот храм ездила семья, Даша поняла позже, когда узнала, что именно там в сознании ее папы произошел переворот. Там он понял, как и ради чего стоит жить. Помню, что мы собрались все за круглым столом в доме. И папа говорит, я, говорит, понял, что я сейчас нахожусь не там, где я должен быть. Ну, то есть это не мое место. Я понимаю, что мне здесь плохо. Душевно, говорит, мне здесь плохо, тяжело. И я хочу стать священником. Я принял решение, что мы продаем магазин, и мы все это оставляем и уходим за Богом. В то время их дом был полная чаша. Отсечь материальный комфорт и шагнуть в неизвестность – это предложил глава семьи своим домашним. Вернее, не предложил, а поставил перед фактом. Мне было радостно слышать эту новость. Когда мы приходили все вместе в храм, я ощущала это тепло семейное. Мы стояли, меня держит папа за руку, меня держит мама за руку, и я чувствовала эту семью, вот это тепло, когда мы приходим в храм, и душа у меня ликовала. Ее маме потребовалось время всей душой принять выбор мужа. А когда приняла, стала правой рукой отца Андрея и примером для подрастающей дочери. В
поселке Октябрьский отца Андрея назначили настоятелем прихода во имя Сергия Радонежского. Даша начала посещать воскресную школу, которой руководила матушка Любовь. И там впервые увидела Андрея Лоскутова. По благословению игумена Амвросия, в то время благочинного Южного церковного округа, он был алтарником, помогал отцу Андрею в храме и тоже приходил в воскресную школу. Среда вообще, в которой я находился, то есть все равно ребята, круг, это был другой немного круг, отличаюсь от средней школы, то есть там более отношения, ну вы сами знаете, аномалии, отличаются. То есть в воскресной школе там более любвеобильные отношения. И вот меня это более затягивало в воскресной школе. Но через какое-то время воскресная школа стала его притягивать не только этим. Во время подготовки одного из спектаклей репетировали вальс. Андрея и Дашу поставили в пару. Для стеснительной Даши это было испытанием. Но мудрые взрослые тактично помогли ей преодолеть подростковые комплексы. И в конце концов состоялся не только танец. Она рассказывала, что вот я там... Мне понравился мальчик тоже из... С твоего населенного пункта я жил в Сарсу, она жила в Октябрьском, то есть это у нас разница 5 километров. И она мне показывала фотографию, вот он мне понравился, хочу с ним общаться как-то. А во мне такое внутреннее желание, почему это с ним? Ничего себе, она тут с ним будет. А я тут рядом под боком нахожусь, она тут. И я старался вот после этого как-то с ней, ну больше это как, не знаю, такой толчок что ли во мне дало. И вот мы стали с ней общаться. Даша хорошо училась в школе. Учителя и одноклассники ее любили и уважали за то, что при всей своей скромности и стеснительности она проявляла себя как сильная личность. Я не стеснялась, что у меня папа батюшка. Я никогда этого не стеснялась. Я всегда с гордостью об этом говорила. Я всегда говорила о Боге. То есть у меня не было такого, что многие знают, что многие стесняются нашей веры. У меня никогда этого не было. Одноклассники приходили за советом к ней, а она вела их к папе. Ей очень хотелось, чтобы ребята увидели свет истины Христовой и впустили его в себя. Я 5 лет своей жизни, хоть они были короткие, как бы, когда я была маленькая, но я видела ту жизнь за пределами храма. И когда я увидела жизнь в пределах храма, я поняла, что лучше жизни-то не может быть в принципе. После окончания школы Андрей поступил в Пермскую сельхозакадемию, Дарья – в педколледж. Уже в конце первого года ее учебы Андрей сделал предложение, красиво и по всем православным канонам. Счастливая Даша ответила «да» в присутствии родителей с обеих сторон, и уже на следующий день отец Андрей обручил их в храме. И вот у нас был такой период, вот эти 2 месяца, когда нас обручили, у нас начались очень сильные искушения, это на самом деле так было. Мы очень часто ссорились, но внутри мы понимали то, что это все происходит не просто так. Потому что папа мой нас подготовил, он говорит, вот сейчас мы вас обручили, ждите искушений. Потому что в это время Господь проверяет вашу любовь. После свадьбы Лоскутовы продолжили учебу в Перми. Они также приходили в храм, и Даша в глубине души надеялась, что когда-нибудь тоже станет матушкой, как мама. Андрей же не собирался уходить из сельхозакадемии. Молодой студенческой семье было непросто. К тому времени старший брат Даши уже был священником. Отец Георгий служил настоятелем храма во имя священномученика Андроника, архиепископа Пермского и Кунгурского. Даша, как ты относишься к тому, чтобы вот Андрей пошел ко мне бы в храм помогать? И вот у меня муж пошел ему помогать в алтарь вначале. И потом подходит ко мне и говорит, знаешь, Даша, я понял для себя. Я говорю, что? Он говорит, я понял, что я вот кроме храма себя больше нигде не вижу. И тогда вот отец Андрей меня подтолкнул, говорит, а если не ты, то кто? Кто встанет потом? Кто встанет вместо нас служить перед престолом Божиим? Если мы уйдем, и вы не встанете, наша смена, то кто будет служить? Кто будет совершать литургию? Кто будет приводить народ к Богу, если не вы? Это был праздник для меня, потому что я этого ждала. Я молилась, чтобы это произошло. И он закончил сельхозакадемию. И этим же летом он поступил уже учиться в семинарию.
Та духовная основа, та чистота, в которой росла и воспитывалась матушка Дарья, проявляется в полной мере сейчас, когда она сама жена и мать. Пока у Лоскутовых один двухлетний сын Матвей, но скоро в семье ожидают пополнения. Я смотрю даже на своего сына. Я вижу, что он полностью копирует наше поведение. И я вижу в нем свои недостатки. Я вижу в нем какие-то свои, может быть, плюсы. Я все в нем вижу. И я стараюсь себя вести в этот момент спокойно и проанализировать эту ситуацию, чтобы он понял. Вот. И смотрю, что он потом уже начинает понимать. Несмотря на то, что ему 2 года, он уже, то есть какие-то для себя выводит следственные связи. Чем это может закончиться? И в отношениях с мужем-священником молодая матушка старается проанализировать каждую ситуацию, которая может вызвать напряжение. Если не справляется сама, советуется с мамой. Женщина должна быть мудрой. Так обычно подводит итог разговору с дочерью матушка Любовь. Вижу, когда его не нужно трогать. Вижу, что лучше сейчас ему побыть одному. Поэтому я забираю сына, и мы там поиграем. Потом приду, смотрю, он успокоился. Я тогда уже ему говорю, ну расскажи, что он расскажет. И как-то мама меня этому научила. Спасибо ей. Кажется, женская мудрость, которая часто по крупицам добывается годами, этой молодой матушке дана от природы. Это и так, и не так. Она с детства видела, как родители в прямом смысле спасали семьи от распада. За душевным разговором, советом, молитвой. Видела, какой силой обладает слово священника. Видела в отце, а теперь и в муже видит, когда он общается с прихожанами. Матушка Дарья, вот мы понять не можем, вот вы такие молодые. Вы же еще, ну вы же нам в дети годитесь. Я говорю, да. Но вот как мы подходим к отцу Андрею, задаем вопросы, а он нам на них отвечает. Ну как это так? Мы уже прожили столько лет, и мы не знаем на них вопросы. Мы не знаем на эти вопросы ответы, а он знает. Я говорю, понимаете, это просто не он отвечает на ваши вопросы. Это ему Святой Дух говорит, а через него с вами говорит. Матушка Дарья учится на Регинском отделении Пермской духовной семинарии, чтобы помогать отцу Андрею во время службы. Пока это происходит нечасто. В ожидании второго ребенка ее главное служение – семья. Но если удается, матушка Дарья счастлива. Это был мой первый опыт, когда я пела службу. Я, конечно, устала. Потом у нас было крещение. Крестили 3 человека. Потом у нас сразу было венчание. Ты понимаешь, что ты устал, у тебя болят ноги, но на душе такая радость. Я видел в ней опору, которая мне будет помогать в тяжелый, в трудный момент, на который... Ну, что я знал, что с такой супругой я буду шагать по верному пути, и она будет мне верной во всем пути. Машина, а это кто? Тут опять бабочка. В их доме с недавнего времени поселилось и прижилось удивительное растение. Удивительное тем, что с ним у молодой семьи свои духовные связи. Это дерево подарили моему мужу, отцу Андрею, на день рукоположения от храма священномученика Андроника. Вот, в память о том, что он стал на нелегкий путь теперь, и это дерево будет расти и напоминать нам то, что мы также должны духовно расти и развиваться. В такой же чистоте, как белый голубь на цветке, символ Святаго Духа. Ведь только чистое сердцем способны узреть Бога. Мы скоро с вами увидимся и продолжим знакомство с семьями священников и их вторыми половинами. До встречи. Мир вашему дому.